Если человек хочет заниматься спортом, ему ничто не помешает. Такого же мнения и Юлия Федорова. Она занималась ритмической гимнастикой, шейпингом, в одном из местных спортивных клубов. Но потом ее тренер переехал в другой город, а саму Юлию сократили на работе. Однако любимое дело Юлия не бросила, даже напротив, посвятила ему все свое время. С помощью биржи труда и социально-делового центра она смогла получить стартовые субсидии и создать собственную фитнес-студию. Я люблю это дело, хочу делиться этим с людьми. Мне захотелось людям дать возможность заниматься танцами и спортом, дать это в более доступной форме и разнообразить, наверное, нашу жизнь. Наверное, именно сочетание потери работы и увлечения спортом определили ход мыслей Юлии. Придя на биржу труда в поисках новой работы, она узнала о программе «Займись делом», которая помогает активным людям открыть свое дело. Там я узнала о том, что есть конкурс «Займись делом». Там мне все подробно рассказали, как я могу ее получить. Мне пришлось отучиться в социально-деловом центре, получить сертификат о предпринимательской деятельности. Нас обучали. Я написала бизнес-план и на комиссии его защитила. Субсидия программы «Займись делом» позволила возместить средства, потраченные на тренажеры, гантели, боксерскую грушу и другой инвентарь для спортзала. А вот степ-платформы, утяжелители, блоки для занятий йогой, коврики и прочие принадлежности зала аэробики были куплены уже по другой программе – субсидирование начинающих предпринимателей. О ней Юля узнала уже в процессе получения субсидии от биржи труда. Ну, они мне действительно очень помогли, возместили мне очень приличную сумму. Те деньги, которые они мне возместили, я смогла сделать на эти деньги ремонт. Потому что это помещение, которое я сняла, оно не было предусмотрено для тренировок. После обучения в социально-деловом центре и успешной защиты своего бизнес-плана, Юлия возместила затраченные на создание зала средства и подарила всем желающим возможность заниматься фитнесом, стретчингом, восточными, современными, уличными, латиноамериканскими танцами или сбросить вес, занимаясь табатой. Занятия проводит и сама Юлия, и другие тренеры. У каждого есть своя группа и свой тип тренировок. Как показала практика, уже детки к нам потянулись, потому что в Луге у нас получилось окно именно с современными танцами. Я нашла хореографов, которые смогли дать детям это. И мне кажется, они счастливы. Сейчас в фитнес-студии Юлии Федоровой трудоустроен один человек, но вместе с продолжающимся расширением спектра услуг будут появляться и новые рабочие места. Сейчас сдерана лишь часть от первоначального плана Юлии, и она будет продолжать свое дело. Конечно, при всесторонней поддержке на местном, областном и государственном уровнях. Я с удовольствием буду использовать каждую возможность для развития. Я сейчас хожу тоже на семинары, которые предоставляет социальный деловой центр. У меня уже получены тоже еще 2 или 3 сертификата, уж точно не помню. Я на каждой, как есть возможность, я хожу и обучаюсь. И все возможности, которые финансовые будут предоставлять предпринимателям, буду, естественно, использовать. Мне это интересно, потому что планы у меня амбициозные, я хочу развития и хочу двигаться дальше.